ваша Катерина. Делайте с ней, что хотите. Тело ее здесь, возьмите его. А душа теперь не ваша. Она теперь перед судьей, который милосерднее вас. Катя! Полно! Об ней плакать-то грех. Маменька, вы ее погубили. Вы! Что ты, себя не помнишь? Забыл, с кем разговариваешь? Вы ее погубили! Вы! Вы. Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу. Чудеса. Истинно надо сказать, что чудеса. Вот, братец Кудряш, 50 лет я каждый день гляжу за Волгу. И все наглядеться не могу. А что? Вид необыкновенный. Красота радуется. Красота, душа радуется. Нечто. Восторг, а ты нечто. Пригляделись вы. Либо не понимаете, какая в природе красота разлита. Да что с тобой спорить? Ты у нас этот, антик. А химик? Механик. Самоучка механик. Ай, да слушай, все одно. Посмотри-ка, брат Кудряш, кто это там так руками-то размахивает? Это? Это дикой племянника ругает. Нашел место. Ха, ему везде место. Боится, что он кого. Достался ему на жертву Борис Григорьевич. Вот он на нем и ездит. Хороша тоже и кабаниха. Ну да. Так вот все по крайности. Да под видом благочестия. А этот, как с цепи сорвался. Уж будто он тебя не ругает, а? Да как не ругать, коли он без этого дышать не может. Да не спускаю и я. Он мне слово, а я ему 10. Плюнет, да и пойдет. Неужто я перед ним рыболепствовать стану? С него что и пример брать? Лучше уж терпеть. Вот, Коля, ты у нас такой умный. Вот ты прежде его учливость-то и выучи. А подле и нас учи. Жаль, дочери у него все подростки. Взрослых-то нет ни одной. А то что бы? А то я бы его уважил. Больно лих я на девок. Поклуши, что ли, бить ты сюда приехал, дармоед! Пропади ты пропадом! Да праздник! Что делать-то? Найдешь дело, коли захочешь. Раз тебе сказал, два тебе сказал, не попадайся ко мне навстречу, нет! Куда не пойдешь, везде ты есть! Че стоишь, как столб, тебе говорят, аль нет? Да я и слушаю. Что делать-то еще? Да я, может быть, и разговаривать с тобой не хочу, с иезуитом. Пропади ты пропадом. Не пропади пропадом. Никак. Что у вас за дела-то с ним? Охота вам, сударь, у него жить да брань переносить. Да какая охота, хулиген? Да неволя. Какая ж неволя, сударь, позвольте вас спросить. Коли можно, так скажите нам. А че ж не рассказать? Бабушку знали нашу, Анфису Михайловну? Ну как не знать? Ха, как не знать-то? Так вот, она батюшку сразу не взлюбила. Из-за того, что он женился, видите ли, на благородной. Матушка по этому случаю с батюшкой в Москве и жили.
Матушка рассказывала, она 3 дня не могла с родственниками ужиться. Уж больно ей все это дико казалось. Еще б не дико. Уж что говорить, большую привычку нужно иметь, сударь. Да. Батюшка с матушкой нас в Москве хорошо воспитывали. Вообще ничего для нас не жалели. Да. Плохо ваше дело. Да кабы я один жил. Да я бы все бросил бы, да и уехал бы. А сеструю жаль. Он было ее выписывал, да родственники не пустили. Сказали, что больна. А каково бы ей здесь жить было, да представить страшно. Как вы у него живете, сударь? На каком положении-то? Да ни на каком. Живи, говорит, у меня. Делаю, что прикажут. Жалование, что положу. Это он так через год и разочтет, коль ему угодно будет. Да-да, это у него ж такое заведение. У нас от жалования никто и пикнуть не смеет. Изругает, на чем свет стоит. Ты, говорит, почем знать можешь, нечто я на уме держу, нечто душу мою насквозь можешь видеть, а может, я приду в такое расположение, что тебе цельных 5000 дам. Вот ты иди и поговори с ним. Только он ни разу за всю свою жизнь в такое расположение не приходил. Фу. Что ж делать-то, сударь? Надо стараться угождать как-нибудь. Да как угождать? На него-то свои повлиять не могут. А мне уж где? Да как ему угодишь, коли у него вся жизнь на ругательстве основана? А уж пусть все из-за денег. Другой рад от своего отступиться, лишь бы унялся бы старый. А беда, как его с утра кто-нибудь рассердит. Целый день потом ходит и ко всем придирается. Эх, Кулигин. Тяжело мне здесь, без привычки-то. Все смотрят на меня, словно я лишний. Понимаешь, словно я мешаю им. Я понимаю, что все это наше русское, родное. Аль не привыкну никак. И не привыкнете никогда, сударь. Да. Да от чего же? Жестокие нравы, сударь, в нашем городишке. Жестокие. В мещанстве вы, сударь, кроме грубости да бедности нагольной, ничего не увидите. А торговли, как между собой живут. Торговля друг у друга подрывает, и не столько из зависти, сколько из-за зависти, не сколько. Враждуют друг на друга, заручая свои хоромы пьяных приказных. Таких, сударь, приказных, что и вида-то человеческого нет. Обличие человеческое потеряно. Судятся, здесь да на губернию едут. А там их ждут, от радости руками плещут. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Водят их, водят. Волочат их, волочат. Они рады этому волочению. Они рады волочению. Я, говорит, ну, хотел это все стихами изобразить. Ха, стихами, говорит. А вы умеете, что ли, этими стихами? Милые, благолепие, красота дивна. Да что уж тут говорить, в обетованной земле живете. И купечество все народ благочестивый, добродетелями многими приукрашенный, щедростью и подаяниями многими. Я так довольна, так, батюшка, довольна по самое горлышко. И за наше неоставление им еще больше щедрот приумножится. Особенно дому Кабановых. Особенно дому Кабановых. Вот за это англичане 1 000 000 дают. Я бы все деньги употребил для общества. На поддержку бы. Кто? Работу надо дать несчастному. А то руки есть. Работать нечего. А вы надеетесь найти этот, что ли? Перпентум мобиле? Непременно, сударь. Вот только вы теперь на модуле. Деньжонками раздобыться бы. Прощайте, сударь. Прощайте. Эх, хороший мужик. Мечтает себе, да и счастлив. А мне уж видно,
так и придется загубить свою молодость в этих трущобах. Уж совсем загнан, забит, да еще дурь в голову влезет. Мне ли нежности заводить? Еще здорово влюбляться вздумал. Да в кого? В женщину, с которой мне даже видеться нельзя. А все-таки не идет у меня с головы. Хоть ты хочешь. А вот она идет с мужем. А, ну и свекровь с ними. Ну не дурак ли? Ну погляди ты на них из угла, да и ступай домой. Если хочешь послушать мать, ты как приедешь туда, сделаешь все так, как я тебе сказала. Да как же я, маменька, могу вас ослушаться? Не очень-то нынче старших уважают. Уважишь тебя как же? Я, кажется, маменька, из вашей воли не на шаг. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами не видала, да своими ушами не слыхала. Каково теперь почтение родителям-то от детей? Хоть бы кто помнил, сколько матери болезней от детей переносят. Я, маменька... Если родительница что, когда по вашей гордости обидно и скажет, я считаю, можно и перенесть. Ты как считаешь? Да когда ж я, маменька, не переносил от вас? Мать стара, глупа. Ну, а вы, молодые люди, умные, не должны с нас дураков-то взыскивать. Ах ты, Господи! Ведь это... Разве смеем ли мы, маменька, подумать? От любви к вам родители строгитые бывают. От любви вас бронят, все думают. Уму или разуму научат. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки по городам славить, что мать ворчунья проходу не дает. А не приведи Господь каким-нибудь словом не угодить снохе. И пошел разговор, что свекровь заела совсем. Нечто, маменька, кто говорит такое? Не слыхала, мой друг, не слыхала. А вот кабы я слышала, я бы с тобой сейчас по-другому бы разговаривала. Да отсохни язык. Полно, полно. Не божись. Грех. Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. С тех пор, как женился, я твоей любви не вижу. В чем же вы, маменька, это видите? А во всем, мой друг, во всем. Мать чего глазами не увидит, она сердцем видит. У нее сердце вещун. Аль жена тебя отводит от меня? Не знаю. Нет. Что вы, маменька, помилуйте. Для меня, маменька, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже тебя любит. А ты бы, кажется, могла бы помолчать, коли тебя не спрашивают. Не заступайся, матушка, не обижу, не бойся. Он мне сын. Ты этого не забывай, что ты выскочила в глаза поюлить. Чтоб мы видели, как ты мужа любишь, так знаем. Знаем мы твою любовь. Все только в глаза доказываешь. У нас нашла время наставления читать. Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь, что при людях, что без людей ничего я из себя не доказываю. А я тебе говорить-то не хотела, так к слову пришлось. Да хоть и к слову. За что же ты меня обижаешь? Эка важна птица! Обиделась! Напраслину-то терпеть, кому ж приятно. Да знаю я. Знаю, что вам не по нутру мои слова. А что поделать, я вам не чужая. Ну ничего, дождетесь еще, поживете своей волей, когда меня не будет. Вот тогда не будет над вами старшими, и делайте, что хотите. Ну, да, может, и меня, конечно, вспомянете. Да мы об вас, маменька, день и ночь на Богу молим, чтобы Бог вам дал здоровья, всякого благополучия. И в делах успеху. Ой, ладно, полно. Это грех, не божись ты так. Может, ты и любил мать, пока был холостой, но до меня ли тебе теперь у тебя, во, жена молодая. Так одно другому не мешает. Жена само по себе. А к родительнице я само по себе почтение имею. Да? А променяешь ты жену на мать? Ни в жизнь не поверю. Так зачем же менять? Я обеих люблю. Так и есть. Размазывай! Я вижу же, что я вам помеха. Думайте, как хотите, маменька. Все есть ваша воля. Только я не знаю, что я за человек такой несчастный на свет рожден, что не могу ничем вам угодить. А ты что сиротой-то прикинулся?
Ты что, нюни распустил? Станет ли тебя жена бояться после этого, скажи мне, а? Какой ты муж, а? Так зачем же ей бояться? С меня и того довольно, что она меня любит. Это как зачем бояться? Это как зачем бояться? Ты рехнулся, что ли? Она тебя бояться не станет, меня и подавно. Это какой тогда порядок в доме будет, а? Ты если такие мысли в своей голове держишь, чтобы хоть при ней, да при сестре, при девке бы не говорил, ей еще замуж выходить, да, скажет нам потом муж, спасибо за такую науку. Но ты видишь, какой у тебя мозг ты еще, а ты все своей волей хочешь жить. А я и не хочу своей волей жить. Где же мне своей волей-то жить? Так по-твоему, нужно все ласкою с женой, да? Уж не прикрикнуть на нее, не пригрозить. Я маменька. Хоть любовника заводи, да? Да ей-богу, маменька. И это стало быть, по-твоему, ничего, да? Говори! Дурак. А что с дураком говорить? Грех один. Вот всегда мне за тебя достается от маменьки. Чем же я-то виновата? Уж кто виноват, я не знаю. Что же мне делать-то? Что ты на нее нападаешь? Ты туда же, мать на нее, а еще говоришь, что любишь жену. Что делать не знаешь? Молчи. То все приставало, женись да женись. Я хоть посмотрю на тебя, на женатого. А теперь поедом ест, прохода не дает. Что же мне делать? Что стоишь, переминаешься? Я-то знаю, что у тебя на уме. Савел Прокофьевичу хочешь? Выпить с ним. Угадала, брат. Ты, Тиша, скорее приходи, а то маменька опять браниться станет. Да-да, поскорее приходи. Я мигом. Подождите. Так ты, Варя, стало быть, жалеешь меня? Жалею. Так ты, стало быть, любишь меня. А что ж мне тебя не любить? Ну, спасибо тебе. Ты милая такая. Я сама тебя люблю до смерти. А знаешь, что мне сейчас в голову пришло? Отчего люди не летают? Что ты такое говоришь? Я говорю, отчего люди не летают, как птицы. Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нечто теперь? Да ну что ты! Какая я была резвая! Я у вас завяла совсем. Здесь все как будто из-под неволи. До смерти я любила в церковь ходить. Маменька тогда говорила, все еще тогда спрашивали, что это с ней такое делает. А знаешь, как я жила в девушках? Я тебе сейчас расскажу. Коли летом, так скажу, на крючок умоюсь. Принесу с собой водицы и все-все цветы в доме полью. У нас полон дома цветов. Потом пойдем с маменькой в церковь. Все и странницы. Потом сядем за какую-нибудь работу больше по бархату золотом. И странницы станут рассказывать, где они были, что видели. Житья разные, стихи, песни поют. Так бы хорошо было. Так ведь у нас же то же самое. А знаешь, из-под купола такой светлый столб вниз идет, и ходит в нем дым, точно облако. И мне иногда кажется, будто в этом облаке ангелы летают и поют. А знаешь, какие сны мне, Варенька, снились, какие сны? И сады золотые, и храмы небесные, и поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет. И горы, и деревья не такие, что обыкновенно, а те, что на образах пишутся. А я будто летаю, и летаю по воздуху. И теперь иногда снится. Да не то. А что? Я умру скоро. Да что ты такое говоришь? Да нет. Я знаю, что умру. Никогда со мной такого не было. Снова я снова жить начинаю или не знаю. Точно я стою над пропастью. И меня кто-то вниз тянет. А удержаться мне не за что. Да ну что с тобой? Здорова ли ты?
здоровым. Уж лучше б я больна была. Лезет мне все мечта какая необыкновенная. И все про такие дела нехорошие. Что мне самой перед собой совестно делается. Будто мне лукавый в уши шепчет. Да все про такие дела нехорошие. Будто меня кто-то обнимает. Горячо-горячо. Ведет за собой. А я иду за ним. Иду. Ну! Да что ж мне тебе говорить, ты ж девушка! Говори! Нужды нет! Так стыдно мне. Да что, я хуже тебя, что ли? Сделается мне так душно дома. Что как бы была моя воля. Так бы летела бы. По Волге с песнями. Или на тройке на хорошей. Обнявшись. Да только не с мужем. А ты почему знаешь? А почему бы мне и не знать? Не хвали. Грех-то у меня какой на душе. Что уж я над собой не делала и как не плакала. Никуда мне от него не уйти, никуда не уйти. Ведь это нехорошо, нехорошо, Варенька, что я другого люблю. Да что ты? Что мне тебя судить? У меня и свои грехи есть. Вам весело? Весело! Красота-то ваша вас радует. А вот красота-то куда ведет? Вот-вот в самый омут. Что смеетесь? Не радуйтесь! Все в огне гореть будете неугасимым! Все в смоле кипеть будете неутолимой! Вон! Вон куда красота-то ведет! В самый омут! Гроза! Гроза! Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть застанет тебя, такая, какая ты есть, со всеми твоими помыслами лукавыми. Мне умереть не страшно, а страшно оказаться перед Богом такая, какая я есть, здесь, сейчас, после этого разговора-то. Вот он, грех-то какой, на уме. Страшно вымолвить. Разлилась, разлилась речка быстрая. Разлилась, разлилась речка быстрая. Серые камушки, это ж ласки мои. Серые камушки, это ж ласки мои. Шелковая трава, это ж голос мой. Шелковая трава, это ж голос мой. А речная трава, это ж кровь моя. А речная трава, это ж кровь моя. Милая девушка, все-то вы за работой. Что делаешь, милая?
Хозяина в дорогу собираю. А едет куда свет наш? Едет. Ой, надолго едет. Нет, ненадолго. Ну, с катертью ему дорога. А что, хозяйка-то выть станет, аль нет? Не слыхать что-то. Да она у вас воет когда? Уж больно я послушать люблю, коли кто хорошо воет-то. А вы за убогой бы присматривали, не стянуло б чего. Ой, кто вас разберет? Все вы друг на друга клеплете, что вам ладно-то не живется. Уж у нас ли кажется вам странным не житье, а вы все ссоритесь, да перекоряетесь. Греха-то вы не боитесь. Ой, нельзя, матушка, без греха. В миру живем. Вот что я тебе скажу, мил девушка. Это вас, простых людей, каждого один враг смущает. А к нам, к странным людям, кому шестеро, кому 12 приставлено, и каждого надо побороть. Трудно, мил девушка, очень трудно. А чего ж к вам так много? Это враг на нас из ненависти. Что жизнь праведную такую ведем? А я, матушка, вовсе не вздорная. Нет, за мной такого греха нет. Один грех есть, сама знаю, что есть. Сладко покушать люблю. Ну так что ж, по немощи моей Господь и посылает. А ты, Феклуша, далеко ходила? Ой, по немощи своей далеко я не ходила. А вот слыхать многое слыхала. Говорят, такие страны есть, где и царей-то православных нет, а правят землей салтаны. И вот в одной земле сидит на троне царь-салтан Махмуд турецкий, а в другой царь-салтан Махмуд персидский. И правят они суд над всеми людьми, и все, что не судят, все неправедно. И не могут они ни одного дела праведно рассудить, ибо предел им такой положен. У нас закон праведный, а у них неправедный. Что по нашему закону так выходит, по ихнему все наоборот. Так у них судьи в ихних странах. Все неправедные, так люди им, так в просьбах и пишут. Суди меня, судья неправедный! А то есть еще одна такая страна, где все люди... С пёсьими головами. А чего ж так с пёсьями? За неверность. Слушай, мил девушка, пойду-ка я по купечеству поброжу. Не будет ли у кого на бедность. Прощай, покудова. Прощай. Знаешь, Катя, рано тебя замуж выдали. Не нагулялась ты еще совсем, и сердце твое не уходилось. Ведь ты ведь Тихона ты не любишь. Ну как не любить? Мне его жалко очень. Ну вот коли жалко, так и не любишь. Кать, вообще какая-то странная. Вот по мне делай, что хочешь. Лишь бы было все шито-крыто. Не хочу я так. Уж лучше буду терпеть, пока терпится. А коли не стерпится, что делать будешь? А что я сделаю? Да, что сделаешь? А что захочу, то и сделаю. Кать, как? Уйду? И была такова. Куда ж ты уйдешь? Ты ведь муж, я жена. Эх, Варя, не знаешь ты моего характера? Уж коли мне что постылит, так и не удержать меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, да и не буду, хоть ты меня режь. Ну, ты помнишь все, что я тебе сказала? Смотришь, помни, на носу себе заруби. Помню, маменька. Хорошо. Все готово. Лошади приехали. Проститься тебе, да и с Богом. Да,
пора. Ну? Чего изволите? А что ты стоишь? Порядку не знаешь? Приказывай жене, как жить-то без тебя. Да, она чай сама все знает. Так разговаривай мне тут еще. Приказывай. И чтобы я слышала, что ты ей приказываешь. А приедешь и спросишь, так ли она все исполнила. Слушайся, маменьки Катя. Скажи, чтобы не грубила свекрови. Не груби. Чтобы почитала свекровь, как родную мать. Почитай, маменьки Катя, как родную мать. Чтобы сложа руки не сидела, как барыня. Работай что-нибудь без меня. Чтобы в окна глаза не пялила. Маменька... Так ломаться нечего. Нужно делать то, что мать говорит. Оно все лучше-то, как приказано. В окна не гляди. Чтобы на молодых парней не заглядывалась без тебя. Да ей-богу, маменька! Но! Не заглядывайся на парней. Ну? Теперь поговорите промеж собой, коли нужно. Пойдем, Варвара. Катя. На кого ты, Тихон, меня оставляешь? Быть беде без тебя, Тихон. Быть беде. Не видать мне ни отца, ни матери умереть без покаяния. Что ты? Грех-то какой? Я и слушать не хочу. Соблазна для женщины Арсаманти, женщине вся земля, сердце любовь обесцвели, зелье вернее всех, женщина с колыбели, чей-нибудь смертный грех. Далеко до неба, губы близки во мгле, Бог не судит и не был женщиной на земле. Тихон, пора. Поезжай с Богом. Прощайте, маменька. В ноги! Прощайся с женой. Делом бы занялась. Прощай, Катя. Что на шее виснешь, бесстыдница. Не с любовником прощаешься. Он тебе муж, глава. Порядку не знаешь. В ноги.
кланяйся. Прощайте, маменька. Прощайте. Прощайте. Вот. Молодость-то что значит? Вот были бы не свои, насмеялась бы досыта. Ничего не знают. Никакого порядку. Проститься толком не умеют. Смех. Да и только. И все на свою волю хотят. А выйдут на волю и путаются. На покор их смех добрым людям. Нет, ну, бывает, конечно, может, кто и пожалеет. А больше-то все смеются. А не смеяться-то нельзя. Гостей позовут, посадить не умеют. А того и поглядишь, забудут кого из родных. Смех, да и только. Так-то вот старина-то и выводится. Да, вот так старина и выводится. А в другой дом и взойти не хочется. А взойдешь, и вон поскорей. Ой, что будет, когда старики перемрут? Как будет земля стоять? Не знаю. Ну, дай бог, и не увижу. Ты тут вот похвалялась, что ты мужа очень любишь. Так видим мы теперь твою любовь. Другая, хорошая жена, простившись с мужем, будет часа полтора лежать, выйти на крыльце. А тебе, стало быть, ничего. Ни к чему. Да я не умею. Что народ-то смешить? А ничего. Раз порядком не умеешь, чтобы хоть научилась бы. Оно как-то все-таки вот поприличнее будет. Я молиться пойду. Не мешайте мне. Ну? Теперь тишина у нас в доме воцарится. Эка скука. Хоть бы дети чьи-нибудь. Деток-то я люблю. Сидела бы с ними, забавляла бы их, радовалась бы всему. Кабы я молодой умерла, лучше бы было. Смотрела бы на всех с неба на землю. А то бы полетела куда видимо-невидимо и летала бы с василька на василек, как папочка. А вот что я сделаю. Я возьму какую-нибудь работу по обещанию, пойду в гостиный двор, куплю холста. Сядем с Варварой за какую-нибудь работу. Начнем белье шить, потом раздам бедным. Так время и пройдет, и там и тише приедет. Там за малиной во дворе калитка есть. Ее маменька на ключ закрывает, а ключ у себя прячет. Я его взяла, а ей другой подложила. На что ты? На что? Возьми, не укусит он тебя. Ну, тебе не нужен. Самой пригодится. Да возьми, возьми. Да что ты затеяла, греховодница? Можно ли? Подумала ли ты? Ты знаешь, я долго разговаривать не люблю. Мне гулять надо. Что она все придумывает? Сумасшедшая, право, сумасшедшая. Вот она погибель-то. Вот она. Бросить его? Бросить далеко в реку, чтобы не нашли никогда. А он руки-то жжет, точно уголь. Долго ли в беду-то попасть? А там живи и мучайся. Неволе-то еще горше покажется. Живу. Маюсь. Просвету не вижу. Да и не увижу знать. А еще этот грех на меня. Кабы не свекровь. Сокрушила она меня. Без нее мне даже дома постылил, стены стали противны. Бросить его? Разумеется, надо бросить. И как он мне в руки-то попал? На соблазн, на пагубу мою. Бросить его? Нет, теперь он мой, кого ж я обманываю? Кабы ночь поскорее!
Последние времена, матушка Марфа Игнатьевна. По всем приметам последние. Это еще у вас в городе рай тишина, а по другим городам так просто Содом. Шум, беготня, езда беспрестанная. Ой. Некуда нам торопиться, милая. Мы живем-то не спеша. Нет, нет, матушка. Это у вас в городе тишина, потому что многие люди, вот хотя бы вас взять, добродетелями, как цветами украшаются. Оттого все делается прохладно и благочинно. Ведь эта беготня, эта матушка, что такое? Это ведь суета. Вот хотя бы в Москве взять. Ну, суетный народ, матушка Марфа Игнатьевна, бегает туда, сюда, не знает зачем. Вот она суета-то и есть. Ему мерещится, будто он за делом бежит. Торопится бедный, людей не узнает, а придет на место. Анпусто. Нет ничего. Мечта одна, так и пойдет в печали. А другому мерещится, будто он кого знакомого догоняет. А в Москве теперь на улице гольбища, игрища. Индо грохот идет, стон стоит. Огненного змея стали запрягать, все видишь ради скорости. Слышала я, милая. А я-то к матушке своими глазами видела, как он вот этими вот лапами, да вот так вот, так вот, так вот загребает. Ай! Стон стоит, люди, которых хорошей жизни слышат. Ну, ты знаешь, по мне назвать-то всячески можно. А вот как ни назови, хоть золотом обсыпь, я не сяду. Ой, упаси Господи, матушка, ну к чему такие крайности? А вот еще, матушка, было мне в Москве видение некоторое. Иду я, значит, рано поутру, ищу чуть брешется. И вижу, на высоком-превысоком доме стоит некто. Лицом черен, ну, сами понимаете, кто. И делает он руками, будто сыплет что. А ничего не сыплется. Тут-то я и поняла, что это он плевел и сыплет. А народ-то днем в суете и не заметит, подберет. Оттого-то они и суетные, матушка Марфа Игнатьевна. Оттого-то и женщины у них худые. Тело-то все никак не нагуляют, да будто что ищут, да будто что потеряли. В лице печаль. Пфу, аж жалко этих москвичей. Ой, ну все может быть, милая. А в наши-то времена чего девиться-то? Ой, тяжелые, матушка, времена тяжелые. Уж и время-то стало в умоление приходить. А это как так, милое, в умоление? Ну, не мы, где там в суете-то заметить? А вот умные люди замечают, что время-то короче становится. Вот раньше как было? Зима и лето тянутся, 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 тянутся. Не дождешься, когда закончится. А сейчас пролетят и не заметишь. Дни и часы будто те же остались. А время за грехи наши все короче делать. Вот, что умные люди замечают. Того хуже будет, милая. Ой, нам бы не дожить бы до этого, матушка Марфа Игнатьевна. Да нет, может, и доживем. Разлилась, разлилась речка очень быстрая. А чего это ты, кум, бродишь так поздно? А кто ж не запретит? Кто запретит? Кому нужно? Тысячу какого черта у дного! Ага, брысь! Ой, ну, ну! Ты горло-то не очень распускай. Ты найди подешевле меня. Я тебе дорога. Погоди, кума, погоди, еще успеешь домой. Дом-то твоего-то за углом. А коли ты за делом, так не ори. Говори, чего нужно. А никакого дела-то и нет. А я хмелен, вот что. И что, тебя хвалить за это прикажешь? Не хвалить, не бронить.
Я хмелен? Теперь, пока не спросу, дело не исправишь. Так ступай, спи. А может, я не хочу домой? От чего, позволь тебя спросить? А потому что у меня там война идет. Ой, кому же там воевать? Ведь ты один воин-то там и есть. И что? И что, что воин? А ничего. А и честь-то невелика. Потому что воюешь ты всю жизнь с бабами. А вот пускай они мне покоряются. Что, я им, что ли, должен покоряться? Ну, скажи мне, чего ж тебе от меня нужно? Вот поди ж ты. А вот что. Разговори-ка ты меня. Только одна ты в этом городе и можешь меня разговорить. Ну? Пойдем в покое. Разговорю. Господи, да мне бы хоть одним глазком взглянуть на нее. Мне больше ничего не надо. Живем в одном городе, а видимся раз в неделю. То в церкви, то на улице. Здесь что вышло замуж, что схоронили, все равно. Эх. А все-таки не идет она мне с головы. Уж совсем бы мне ее не видеть. Легче было бы. То пойдешь гулять, все глядят во сто глаз на тебя. Да и с собой не сладишь. Пойдешь гулять, да окажешься вот здесь, у ворот. Того гляди, разговор какой пойдет. Эх, попал я в городок. Что, сударь, гулять изволите? Да, гуляю. Погода нынче хорошая. Да. Нынче гулять хорошо теперь. Воздух отличный. За Волги у слугов цветами пахнет, небо чистое, открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Пойдемте, сударь, на бульвар. Да пойдемте. Ни души там нет. Пойдемте. Вот какой у нас городишко-то. Бульвар сделали, они гуляют. Гуляют так по праздникам, да и то только вид делают, что гуляют. А сами ходят свои наряды вам показывают. Только пьяного приказного ты и встретишь, и с трактира домой плетется. Бедным гулять некогда, у них день и ночь работа, да и спят они всего лишь 2-3 часа в сутки. Ну а богатым-то что? Что кажется богатым не гулять, не дышать свежим воздухом? А нет, у них давно ворота заперты, и собаки спущены. Вы думаете, они там дело делают? Или Богу молятся? Нет, сын, и не от воров они там запираются. А чтобы они, люди, не видели, как они домашних едят поедом. Да семью тиранят! И что слез льется за этими запорами невидимых и неслышимых. Да что вам говорит, сударь? По себе можете судить. И что за этими замками разврата темного до пьянства? И все шито да крыто. Никто ничего не видит и не знает. Видит только один Бог. Знаешь овраг за Кабановым садом? Знаю. Приходи туда вечером. А зачем? Ну, глупый какой. Приходи, сам узнаешь. Кудряш, брат, ты ли это? Я, Борис Григорьевич. А ты это, Кудряш, а ты это зачем здесь? Я-то?
Я-то, стало быть, мне не надо. Без надобности не пошел, Борис Григорьевич. Вас куда Бог несет? Да, знаешь, Кудряш, мне бы здесь остаться надо. А тебе, коли все равно, может, ты в другое место пойдешь-то, а? Ну, Борис Григорьевич, вы, я вижу, здесь еще первый раз. А у меня-то дорожка-то сюда протоптанная. И место-то мною насижено. Я вас люблю, сударь. И на всякую вам услугу готов. А на этой дорожке ночью вы со мной не встречаетесь, чтобы сохранить Господь греха, какого не вышло уговор. Лучше денег! Да что ты, Ваня! Ваня! Да я знаю, что я Ваня! А ты иди отсюда себе, вот и все! Заведи себе сам свою и гуляй с ней. И никому до тебя дела нет. А чужих не трогай, у нас тут так не водится. А то парни ноги вмиг переломают. Я за свою! Да не знаю, что я за свою горло перерву! Да что ты, Ваня! Да не было у меня мысли у тебя отбивать. Да я бы сам и не пришел, как бы мне не велели. Да? Кто велел? Да не знаю я. Темно было, не разглядел. Так это... Неужто замужняя? Борис Григорьевич, ну... Бросить надо. Легко сказать, бросить-то. Так это ведь значит, что вы ее совсем загубить да хотите. Ну нет, Кудряш, ну как можно загубить-то? Да мне бы видеть ее только. Да мне больше ничего и не надо. Да как за себя поручиться, сударь? Ну ведь знаете, какой народ. Съедят, в гроб колотят. Кудряш, нет, не говори, не пугай меня. Да ладно. Ну хорошо. Она вас любит? Слушай, да я и не знаю даже. Да вы видались когда? Али нет? Да... Видались пару раз. Был я в гостях у них с дядей. А так, ну, видимся редко. То на улице, вот, то в церкви. А знал бы ты, Кудряш, да как она молится. Какое у нее лицо ангельское. А улыбка так и светится. Так это молодая Кабанова, что ли? Да она, Кудряш, она. Ну, чего ж тогда. Ну, честь имею поздравить. Да с чем же? Не, ну, ну, Коля сюда приходить велели. Ну, но дело-то на лад идет, ну. Да неужто она велела? А то кто ж? Да ты шутишь, да я же с ума от радости сойду. Вот, есть от чего с ума сходить. Только вы смотрите, себе проблем не наделайте. Ну, да ее беду не введите. Муж у нее, конечно, дурак. Но вот свекровь, уж больно люта. Опа! Ну что ж ты так долго? Давайте вас еще. Знаешь же, что я не люблю. Екатерина Петровна, вы ли это? Знали бы вы, Екатерина Петровна, как я вас. Не трогай. Не трогай меня. Не сердитесь. Поди. Поди прочь, окаянный человек. Ведь мне не замолить этого греха никогда, ведь он камнем на душу ляжет, камнем. Да не гоните меня. Зачем ты пришел, погубитель мой? Ведь я замужем и жить не с мужем до гробовой доски. Так ведь вы сами велели мне прийти. Да пойми ты. Враг ты мой, ведь до гробовой доски. Уж лучше б мне совсем не видеть вас. Где мне место? И что я себе готовлю? Успокойтесь. Зачем ты моей погибели хочешь? Да как я могу хотеть погибели вашей, коли я люблю вас больше всех? Больше себя самого. Нет, ты меня загубил. Да разве? Разве я злодей какой? Загубил. Да сохрани меня, Бог! Пусть лучше я сам погибну! Ну как же не загубил, коли я ночью, бросивши дом, пришла к тебе?
ведь ваша воля была на то. Нет теперь у меня своей воли. Разве ты не видишь? Теперь твоя воля надо мной. Теперь мне умереть вдруг захотелось. Да зачем умирать, коли жить нам? Да не, я знаю, что не жить. Кто ж знал, что нам за нашу любовь так страдать придется? Тебе хорошо говорить, ты вольный казак. Но я и не знал, что ты любишь меня. Давно люблю. Словно на грех ты к нам приехал. С первого же раза, как увидела, так и не своя стала. Кабы поманил бы ты меня, так бы и пошла за тобой. Иди ты хоть на край света, а я бы все шла-шла и не оглянулась бы. Oh,
намочила всего. Отстань от меня, глупый человек! Савелий Прокопич, ведь это для всех всеобщих обывателей польза. Какая польза? Да хотя бы... Какая польза? Кому нужна твоя польза? Да хотя бы для вас, Савелий Прокопич. Вот на бульваре, на чистом месте, да и поставить. А расход-то какой? Расход пустой. Столбик каменный, дощечку медную, круглую. Да шпильку, вот шпильку прямую, простую самую. Я вам все приложу, цифры вырежу, все сам. А то это такое место прекрасное, и вид, и все, а как будто бы пусто. У нас ведь тоже ваше семейство, приезжие бывают, ходят туда наши виды смотреть. Все-таки украшения. Оно глаз приятней. Я тебе что, ровня? Ты сначала должен был подойти ко мне и спросить, склонена с тобой разговаривать или нет? Нет, все туда же, со свиным рылом да в калашный ряд. Коли я со своим делом лез, ну тогда бы был бы я виноват. А ведь я для общей пользы. Ну что для общества, каким 10 рублей? Больше не понадобится. А может быть, ты украсть хочешь? Коли я свой труд хочу даром положить, что ж, я могу украсть ваше степенство. А вот, а я вот вам что доложу. Евробище, почтенно добродетель. А ты мне грубить не смей, червяк. Хочу казню, хочу милую. Да, много у вас силы-то. Была бы только воля на доброе дело. У нас вот грозы частые, а не поставим мы громовых отводов. Все, суета. Что делать теперь будем? А что? Тихон приехал. Муж приехал, его не ждали, а он приехал, представляешь? Видно, и погулял я с ней эти 10 деньков-то. Да больше не увижу я ее. Что же делать? Она плачет, рыдает, с ума сходит. Мать замечать стала. Она тут рыдать принялась. До сих пор мы успокоить не могут. Да может это. Слушай, может пройдет у нее это все. Да ну что ты. Ну что ты, она брякнет вот так вот в пол мужу и расскажет все. Боюсь я. Да может быть, боюсь. Ты поговоришь с ней. Может быть, пройдет у нее это все. Боюсь. Ни к чему все это. Да уж как не прячься. Коли кому на роду написано, так никуда не уйдешь. Варвара. Катя. Смерть моя. Катя, одумайся, Катя. Не могу. Одумайся. Не могу, уж очень сердце болит. Одумайся, Катя. А то-то вот. Потому что нужно жить так, чтобы ко всему всегда быть готовой. Страху бы такого не было. Да какие у нее, маменька, грехи такие могут быть особенные. Все такие же, как у нас у всех. А это она так, от природы боится. А ты почем знаешь? Чужая душа потемки. Чужая душа потемки? При мне, кажись, ничего не было, если только без меня. Ну, может, и без тебя. Катя. Катя, Катя, брат, у школы все грешна, от меня не скроешься. Не трогай ее! Все за... Не трогай ее. Не трогай, не трогай ее! А ты чего испугалась? Думала, чужой? А это знакомый. Дядюшка, здоров ли? Да это, слава богу! Что ему еще от меня нужно? Разве ему и так мало, что я мучаюсь? Мы с ног сбились успокаивать ее. А тут еще посторонние лезут. Не могу больше терпеть. Все сердце изорвалось! Матушка! Тихо. Грешная перед Богом и перед вами. Не я ли клялась, что не увижу никого без тебя? Помнишь? Помнишь?
знаешь, а знаешь ли ты, что я беспутная без тебя делала? В первую же ночь я ушла из дому. И все-то 10 ночей я гуляла! Здравствуйте, сударь. Далеко ли изволите? Домой. Слышал, братец, дела наши. Вся семья наша, братец, в расстройство пришла. Слышал, сударь, слышал. Я в Москву ездил. Ты знаешь, на дорогу-то маменька читала мне наставление, читала. А я как выехал, так сразу и загулял. Уж очень обрадовался, что на волю выбрался. И всю дорогу пил. И в Москве все пил. Так эту кучу, что напади. Уж очень обрадовался, что на волю выбрался. Так, чтобы отгуляться уже на год. Про дом-то и ни разу и не вспомнил. А если бы и вспомнил, да мне на ум бы не пришло, что делается. Ты слышал? Слышал! Несчастный я, братец, человек. Так ни за что погибаю, ни за грош. Маменька-то у вас больно крута. Ну да. Она-то всему и причина. А я-то за что погибаю? Скажи ты мне на милость. Вот зашел к дикому, мы выпили. Я думал, легче станет. Нет, хуже Куликин. Уж что жена против меня сделала, уж хуже нельзя. Мудреное дело. Мудрено вас судить, сударь. Нет, постой. На что еще хуже этого может быть? Да ее удавить за это мало. Маменька говорит, ее надо живую в землю закопать, чтобы она коснилась. А я ее люблю. Не жаль ее пальцем тронуть. Побил немножко, да и то маменька приказала. Жаль на нее смотреть, пойми ты, Куликин. Маменька ее поедом ест. А она как тень какая ходит, безответная. Только плачет, да тает, как воск. Да вот и я убиваюсь, глядя на нее. Еду я, Катя. Куда едешь? Далеко, Катя. В Сибирь. Возьми меня с собой отсюда. Не могу я, Кать. Не по своей воле еду я. Дядюшка посылает. Да и лошади уже запряжены. Я с тем местом пришел проститься, где мы виделись с тобой. Поезжай с Богом. Не тужи обо мне. Надо уж как-нибудь лотком-то дело исправить. Вы бы простили б ее и не поминали б никогда. Чай сами тоже не без греха. Уж что говорить. Да уж и под пьяную руку что не прикали. Она была вам хорошая жена, гляди, лучше всякой. Да я-то ничего, пойми ты, Куликин. А маменька, с ней разве сговоришь? Пора вам, сударь, уж своим умом жить. Ну что же мне, разорваться, что ли? Нет, говорят, своего ума. Значит, живи век чужим. А я вот возьму, какой есть последний. Да и пропью. Вот пусть тогда маменька со мной как с дураком и нянчится. Дела. А Борис Григорьевич-то что? Да кто ж знал, Катя, что нам за нашу любовь так мучиться придется. Уж лучше б мне бежать тогда. Да, на беду я тебя увидала. Радости было мало, а горе-то. Да и сколько еще впереди? Не застали бы нас здесь. Постой. Что ты хотела тебе сказать? Все мысли перепутались. Не вспомню. Время мне, Катя! Погоди.
Ну что же сказать ты хотела? Собрался уже, и лошади готовы. Так тоскует. Беда. Уж я-то вижу, как он проститься хочет. Да мало ли чего будет с него. Враг он мне теперь, Кулигин, враг. Врага прощать надо, сударь. А ты пойди, поговори об этом с маменькой. Посмотрим, что она тебе на это скажет. Нет, братец Кулигин, все наше семейство врозь расшиблось. Словно не родные, а в руки друг другу. Варвару маменька точила-точила, да и была такова. Взяла, да и ушла. Куда ушла? Черт ее знает. Говорят, с Ванькой с Кудряшом сбежала. Научи ты, как мне быть-то теперь? Поедешь дорогой, ни одного нищего не пропускай. Каждому подай. Пусть помолится за ваши грешные души. Да Бог с тобой. Теперь у Господа одного просить надо, чтобы она умерла поскорее. Чтобы не мучиться ей здесь. Дом не опостылил. Людей совестно. За дело возьмусь, руки опускаются. Вот домой иду. На радость, что ли, иду. В первую же ночь я ушла из дома. И все-то 10 ночей я гуляла. Хорошо тебе, Катя. А мы зачем остались на свете? Жить да мучиться. Солнце высоко, за гладью голубой, не пробить ему толщу под водой. Все то, что на дне, не поднять на ответ, лучше улететь, чем такая смерть. Где-то глубоко, за гладью голубой, разбитые мечты унесло водой. Вырваться со дна меткою стрелой, белой птицей стать, задышать тобой. Дай мне, Боже, 2 крыла, чтобы пожить успеть, чтобы сорваться со дна и ввысь улететь. Чтобы не умереть, я готова на все, нет сил больше терпеть. И лучше не дать им летать.
это старые наши порядки, по приказу жизнь проплывать. Себе и сердцу, и тогда его ты найдешь. Жить по течению, на дно залечь и молчать.